народ, всем привет. Хочу предупредить то, что видео дальше может содержать ненормативную лексику. Также извиняюсь за качество съемки, так как камера уже старая, убитая. И также на объективе есть небольшая царапина. Она где-то вот на этом уровне сейчас. Прошу не обращать на это внимания. Скоро куплю новую камеру, будут хорошие видео. Также, если вы попадаете на подобные объекты, пожалуйста, не мусорьте, сохраняйте их целыми, не бейте ничего и по возможности хотя бы не рисуйте граффити. И на том вам спасибо. Приятного просмотра. Так, мы находимся внутри закрытой церкви, которая на реставрации, недалеко от шатуры. Церковь была полностью заброшена, сейчас типа восстанавливается леса, иконы разные. Пленка лезет. Не хочу портить. Повсюду капает лед. Это еще, видимо, очень старая. Да. Просто так все пропадает. Единственное, что радует, что на стенах нету еще ни надписи, ничего подобного. Подняться наверх по лесам. Ну, здесь вообще можно каток устраивать. Да, колокол висел и нету уже. Закрыли после одного служения. Здесь было всего одно служение в этой церкви. А считается в поверье, что если церковь ударила молнией, значит оно становится проклятым местом. Ну, соответственно, мы находимся сейчас в проклятом месте, по поверью. Наверх, я думаю, нету смысла лезть. Ну да, черт возьми. Да второй этаж. Там башня. Тут уже полотна даже нету. Выходим? О, сундук. А ну, откройте кто-нибудь. Закрыть. Ну, здесь уже все.
А что тут слазит-то? Ничего интересного нет внизу. Да нет, я про то, что если слезть и залезть потом где-нибудь. Там. Скользко? Чтобы безопасно, а то мы уходим. Кстати, тут же вряд ли был подвал, да? Нет, подвал, кстати, да? Да? А. Тут также полов нету. Плиты, кстати, мраморные лежат. Ворота вообще лянь. Это было железо, его вырезали. Все железные ворота были. Залезем. А это лестница такая была, да? Давай вперед, сможешь? Деревяшки внизу нету, да? Да. Да, кстати, а вот та часть, где нету пола, это, скорее всего, там котельная была. Там, где нету полов, там, скорее всего, котельная была, потому что вот труба как раз из той части. Памятник. Жалко то, что лестницы наверх еще нету.